Что, друзья, зашли мы в старый город. Зашли в старый город. Это мы в Кракове. Тогда мы были вечером. Сегодня днем. Все видно хорошо. Я наушник снял с уха, потому что по наушнику говорим, нас тогда не смогу вам, друзья, говорить нормально. Слишком громко у меня в ухе. Не так, как в Вене было. Как всегда, без Макдональдса никуда, друзья. Здесь много других групп. Так что... Наша группа, вон она. Прямо вот та девушка там в красной шапочке. Друзья, пойдем дальше. Группа наша двинулась. Вот. Новогодняя тематика еще рождественская. Есть, ребята, серфингисты, а есть силфисты. Так вот. Компания силфистов. Краковские сувениры, друзья. Кантор – это обменник по-польски. Кто не знает. Чтобы знали, обменник по-польски – это кантор. Вон, кантор – это деньги меня по-польски означает. Кантор – обменник. Шоколад. Сейчас я, друзья, прервусь немножко, на паузу поставим, и потом дальше уже посмотрим еще, что там происходит.